Да как же это работает-то, а? Как такое возможно? 3 плюс 3, 5 плюс 5, на. 6 плюс 7, не. Как же это? Почему меня? Стоп, чё? Это неспроста. Это... Неспроста это... Придурок, что ты чем занимаешься тут? Да я это... Я тут увидел, короче, природа, рожденный пеструн, и пытаюсь понять, в чем его закономерность. Я считаю, смотри, раз, два, три блока было, четыре, да? Типа, ну ща, я покажу тебе, да? Тут было, типа, четыре блока, да? И я пытаюсь понять. Вот, четыре блока, да? Смотри, вот так они были распасованы. Пеструн маленький, это неспроста. И я пытаюсь понять, как это работает все. Почему сейчас все взрывается? И почему меня затошнило, когда я пытался это все понять? И понимаешь, в чем проблема? Я пытаюсь это все понять, и у меня аж бомбит. Просто ты тупой! Да не, я нормальный. Вот, короче, смотри, закономерность маленького пеструна, естественно, рожденного. Я пытаюсь это понять уже... Я пошел какать на твою кровать. Это тоже неспроста, понимаешь? Ты на мою кровать какаешь, потому что есть пеструн. Кстати говоря, это твоя кровать. Нет, моя с подвалом. Не-не-не-не-не. В общем, вот этот пеструн, он явно диктует все наши действия. Понимаешь, этот пеструн диктует твои действия, братан. И даже то, что у тебя лицо изменилось, я не знаю, каким это образом, ты сам на себя не похож, это стрёмно, блин. Это Володя, все продиктовано естественно разрожденным мелким пеструном. Тебе хана, иди сюда. Братан, может ты захочешь это со мной обсудить эти теории насчет того, как работают мелкие естественно рожденные пеструны, а? Ничего как, не знаю. Что на это смотришь? Я против. Почему ты против? Я хочу бегать и веселиться. Мелкие естественно рожденные пеструны, они неспроста появляются, братан, они контролируют наше с тобой сознание, ты понимаешь? Да. У тебя письки в голове, братан, ты понимаешь? В общем, и то, что я умный такой, вот это вот и рыгаю, тут это ничего не значит. Братан, ты делся, братан? Братан, я... Это явно неспроста, это явно... Я не хочу тебя огорчать, но письки на уме только у тебя. Да нет, я тебе отвечаю, любые твои действия диктуются этими пеструнами, естественно, рожденными мелкими, я тебе отвечаю. Ага. Братан, ну как так-то, понимаешь? Пеструн, он у всех в голове. И ну как бы нормально. Нет тут твоего братана. А ты кто? Почему ты пеструнами стреляешь? Я батя всех бать. Я супер батя. Какой ты батя? Ты не супер батя, ты супер пеструн. Тебе хана. Давай не будешь, а? Я тут занят теориями. Давай ты поделишься со мной своим экспертным мнением, а? Я поделюсь со своим экспертным мнением с твоим домом. И чё с моим домом? А, ну это не я строил все равно, это не важно. Так, вот. Короче, смотри, ты компуктер, да? Это ты компуктер. Ну ты же компуктер ходячий, ну. Нет. Да я тебе отвечаю, ты компуктер ходячий, хватит меня взрывать! Хватит говорить всякими умными тупыми терминами. Я не говорю умными тупыми терминами, я говорю тебе о теории заговора в Майнкрафте, это, понимаешь? Это не тот Володя. Настоящий Володя таких слов не знает, я распознал фейка. В смысле фейка? Как ты мог распознать меня как фейка? Я не фейк, я настоящий Володя, понимаешь? Метафизические данные мои такие же, как у настоящего. Чё ты меня взрываешь? Ты меня задолбал. Ну вот, и короче, чё тебе рассказываю, компуктер? Заряд 440 вольт. Ты кто такой? Володя. Ты не Володя. Ты кто такой? Ты кто такой, да? Ты кто такой, а? Вот и я про то же, братан. Братан, да. Это кто такой? А я не знаю, кто такой. Это твой друг? Нет. Это твой друг? Нет, не мой. А кто это? Я не знаю. А чё он такой черный? Негр. Не, ты чё? Не нужно. Он, наверное, шахты вылез.
Подожди! Сейчас я его закопаю, понимаешь? Давай, закопаю. Давай, братан, прошу. Закопаем его, да, закопаем. На тебе! Ой, ой, ой! Он меня жарит, братан, даже я не сосиска на вертеле! Почему меня в сосиску превратили, я не понял. Тебе кердык. Я сосиска? Я сосиска! Братан, давай ты не сосиска! Братан, он меня в сосиску превратил, кажется! Где моя сосиска? Я вот она. Где моя сосиска? Короче. Вот ты моя сосисочка такая, иди сюда. Да. Сейчас я тебя так мам. Иди сюда. Давай не будешь. Давай не будешь. Короче. Давай я тебя за попку так. Попку трогать-то не надо, а ты чё? Ну ты ж моя сосиска. Ну я-то сосиска, ну ты понимаешь, в чём приколюха? Ты моя сосиска. Он, короче, меня взял... Да подожди туда, я с ним поговорю. Короче, да. Черныш, ты мне должен сейчас объяснить, короче, как ты меня в сосиску превратил? И чё он молчит? Подожди, он думай. Ты меня чё в сосиску превратил, слышь? Может, он перезагружается, братан? Ну, взгляд у него явно такой, как будто он это, короче, на туалете сидит такой, пердит такой и прям напрёхся. Ладно, прям... братан, пока он завис, этот самый... Ты моя сосиска, иди сюда! Да отвали ты от меня со своей сосиской! Чё ты ко мне со своими сосисками пристал? Я, конечно, сосиска, но не твоя сосиска. Сейчас я тебе сосисончик отсосисоню, иди сюда. Не надо мой сосисон сосисонить. Иди сюда, сейчас я налимоню твою лимонку. Не надо мою лимонку лимонить, моя лимонка не для тебя налимонена, ты понимаешь? Чё сказал? Моя лимонка не для тебя налимонена! А ты знаешь, что ты, короче, похож на какой цвет? Ну-ка. Засохшая какашка. Теперь тебе точно кирдык, ты подписал смертный приговор. Два-да-два-да-два. Два-да-два. Рассказывай, подписывай. Робот, он... Би-бо-би-би-би. Я железный костюм, а не робот. Ты железный пердун, а не робот. Я железный патриот. Ты железный... Этот, как его? Как его? Какашка-мёд! Вот! Железный какашка-мёд, ты понял? Володя, ты от меня не отделаешься, я буду летать за тебя и убивать тебя. Я отделаюсь! А зачем мне от тебя отделываться? Ты как какашка прилип к ноге, и все, и ходишь такой, и воняешь. Иди сюда. Как говорится, не трогай какашку, чтобы не воняло. Слышь ты, жирная сардюлька. Я не жирная сардюлька, но ты меня в сосиску превратил. Что, кстати говоря, я не братан? Знаю. А он, короче, за мной гоняется, понимаешь? Ага. И такой говорит, я за тобой буду гоняться. Да неправда, братан. Будет он гоняться за мной. Да, потому что он какашка. Так он не разговаривает, братан. Да я тебе отвечаю, он разговаривает. Он говорит, что он железный этот. Какашка-мёд. Тебе о, хана. Железный какашка-мёд, здорово. А ты поймай меня, первая. Сейчас поймаю, ожидай. Да-да-да-да. Знаешь, что ты поймаешь? Ты поймаешь от меня какашечный снежок. Кадичневый снежок, ты понял, да? Да ты остроумно погляжу. Я остроумный. Ты знаешь, что я на самом деле остроумный? Володя. Ну типа ты понял, да? Ты не? Дебил. А чё? Не, ты не понял, ты дебил. Вот, я тебе сказал. Правда, не люблю так говорить, но ты понял, да? Володя. Шо? Готовься. К чему? Даже не знаю. О! Так это же сосиски на вертеле. Ты сейчас сам в сосиску на вертеле превратишься. Какие сосиски? Ладно! Слушай, по-моему, ты что-то переборщил с перцем. Я тебя сейчас еще и дожарю тут. Да не надо меня дожаривать, я не люблю пережаренные сосиски. Да-да, зато я люблю. Да мало ли что ты любишь, главное, что я люблю. Вау! Ты чё дом ломаешь? Ты не строил, ты не ломай! Ага. Шо ха-ха, ха-ха! Знаешь, что надо хахакать? Над тобой хахакать надо! Потому что ты тупой, вот! Да, я да, согласен, сказал. Согласен! Я такой, репоплёт! Оба! Понимаешь, ты какашка, ты какашка мёд! Оп! Ну чё ты, а? Братан, а где дом? Чё стоишь? Чё стоишь, пердишь? Да вот это! Понимаешь? Вот понимаешь, в чём фигня? Так, вот он не строитель! А фиг пойми, что из себя строит. Братан, понимаешь? Где дом? Так вот этого спрашивай.
Братан, ты своей лимонькой дом уничтожил! С моя лимонька еще из моей лимоновки не вышла, понимаешь, чтобы такое делать? У меня лимонька на подходе, я присяду, она выйдет. Братан, ты... Понимаешь, я маршрутчик лимонный, понимаешь? Я присаживаюсь, да, и лимонки выходят. О, господи, братан, знаешь что? Что? Ты дебил. Да нормальный я! Лимоновозчик! А ты лайк поставь и подпишись.